Идите-ка сюда. Охотник! Если по-нормальному, то первый раунд плей-оффа Degraded против Underwood'а. Вот так вот. Такие вот дела. Скорее вниз по уступу. Об я его сейчас запилю. Охотник. Спек Худи. Спек Худи. Здесь охотник. Degraded первым начинает карту. Две карты будут играть. Вы вообще меня слышите? Охотник. Так, чат открыл. Так. Не стреляйте в машину. Здесь охотник. Охотник пошел, развивает дверь в окно, пытается спрыгнуть, но вот его скитят. Здесь. В окно скорее. Оба соперника офнулись в стипме, максимально серьезно подходят к игре. Вот дерьмо. Охотник! Эй, 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 эй! These legendary players are Degraded and Underwood. Охотник! No, no, it's not GRC, no, no, no. No, not, absolutely no. Absolutely not. Уберите его от меня! It looks like GRC, but it's not him. Шелестящие дубы. У меня голос лагает, потому что я робот. Никогда не получается пройти проверки на то, что я не робот. Сигналку запустил, опасность. Они приближаются. Сюда ходят. Сейчас Рейли, свернусь, посмотрю, может я что-то лишнего запустил на компе, что у меня лагает. Не, у меня пропуск кадров 0%. 0. У меня точно с моей стороны лагов нет. Эй! Эти никогда лишними не. Может, Twitch лагает, может, у вас интернет лагает. Я не знаю. Спалил охотника. Точно знал, здесь где охотник. Он. У охотника не оставалось ни единого шанса. Ноль возможностей на атаку. Если он сейчас еще и напрыгнет, после всего, что с ним произошло, после всего, чего он натерпелся. 135 хп еще. Почему он не стреляй, убей его. Finish him. Меня кто-нибудь вообще слышит? Зачем он отступает? Не отступай, убей! Он дает себя убить. Просто убей его. Вы не обращайте хорошо внимания на то, что он охотника сейчас слил. Он так сильно отступил назад, что этого охотника как будто бы и не было сейчас.
Не успевает мышкой докрутить до охотника, не успевает. They are both RGRZ on alt. Вниз по уступу. Alt. On alternative accounts. GRZ playing for them both. This is the only reason why they are so slow with their reactions. Топор. Not bad. Не пошел в центр, смотрите, а вот чисто обманул. Чисто на обманке. Сейчас про как-то пробежит. Здесь охотник. Да. Да, столерб стоит. Не стреляйте в машину. В спеках, если лерб ставить меньше, то подергивания могут появляться. В спеках, чем больше лерб, тем лучше. Здесь. Охотник. Дед. В окно скорее. Да что вы там гоните четвертую карту из-за тормозов в первую карту играть? Все нормально, что вы. Чего вы троллите? Охотник! Ну это ты переживешь поддергивание, а кто-то не переживет поддергивание. Кому-то сильно яркая трансляция, кому-то сильно темная, кому-то лирпа 0 не нравится, кому-то 100 не нравится, но каждому не угодишь уже. У него уже настолько уже аудитория большая, что невозможно под каждого подстроиться. Когда у меня было 5-10 зрителей, я мог позволить себе подстраиваться. Но сейчас, когда у меня там... Ну, я просто не могу, пойми. Кому-то настройки графики на максимум не нравятся. Кому-то на минимум не нравится. Ой, короче, ой. Устал я. Устал. А голос у меня вечно лагал, я не знаю, я что только не пробовал, у меня микрофон почему-то трещит. На трансляции только. Здесь охотник. Нигде больше не трещит, а на трансляции трещит. Эй-эй! Буя! Вот так и надо. Дошел! Разница 4 очка. Хотя игроков всего двое. Вроде я жив. Я надеюсь, из-за того, что я задел кабель ногой, у меня интернет выключился на секунду, эта запись не разделится на две части. Охотник. Изи приклад, изи. Сейчас бы биндов не иметь в 2К18.
Охотник! Эй, меня кто-нибудь слышит? Надо проверить, трансляция продолжилась ли. Охотник, опасность. Охотник символизирует свою опасность в ФД2. Нужно всячески избегать, стараться. Ку капитана. Охотник! Не позволяю себе никаких лишних движений, лишних выстрелов. Клад. Топор. Вот ответ на все вопросы. Так, ну трансляция не рыпнулась, отлично. Эй! Нужно держать в следующий раз свои ноги при себе. Будет ли скид? Делаем ставки. Вот. Еще кровище включу сейчас побольше. Пойдемте. Охотник сзади сейчас будет. А нет, из-за куста. Он мажет прикладом, но не мажет выстрелом. Охотник. Это вообще запись, смотрите. Это вообще нейросетями сгенерированное видео. На самом деле этой игры вообще не было. Ворота открыты. Видео сгенерировано нейросетями на основе реплеев тысячи игр Underwood и Degraded. Охотник. Хант теперь оттуда не выпрыгнет никогда. Опять! Выключите ее кто-нибудь! Все еще есть таблетки. Все еще зеленая ХП. Охотник! Хопа, приклад. Впереди убежище. Нам надо собраться, ребята. Эй! Жми, 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 жми. Эти никогда лишними не будут.
Здесь охотник. А какова ошибка от охотника? Он труп, все. Это даже гадать не нужно было. Как меня прыгнул? Там должен был быть скит. Дегайду нужно подать апелляцию по данному случаю. Ну тут изи. Эй! Охотник! Пошел, пошел, пошел! О, убил. Охотник! Скид. Приклад, скид. Ну, то есть не скид, но вы поняли. Убил он его. Для сфоткаться. Спалил катку. Охотник. Моб слишком далеко, может сосредоточиться на охотнике. Есть приклад. Не убивает, дает еще один приклад и убивает. Попытки. Поживее можно? Меня кто-нибудь вообще слышит? Уберите его! Вот здесь насчет низкого лерпа, то что там понятнее будет, когда он выстрелил. Из спеков все равно одинаково непонятно будет, куда он стреляет. Там, сколько лерп не ставь, там все равно будет разница большая между тем, что на экране там стреляет, и тем, что я вижу в спеках. Хотя бы потому, что у меня пинг там на 80 больше. Да, и в остальном. Здесь охотник! Охотник исчез, вы видели? Время, эту карту Дегрейдед проигрывает уже. На одного ханта больше словил. Дьявол, это слишком громко. Кто-нибудь выключите ее. Оба игрока представляют Россию. Вы вообще меня слышите? Угу, угу. Так, так. Впереди убежище. Остался один хан до убежища. Хан будет атаковать вот там спереди, скорее всего, да. Ну, единственное решение здесь, в принципе, если он сзади атаковал, он бы просто забежал в убежище, он так же, бы, такой шанс хоть и напрыгнуть. Но нет. Map number 3. Fight. Народ, вы меня забыли? А черт, возьму-ка я все, что смогу утащить. Охотник!
Тут есть кто-нибудь? Мажет. Здесь охотник. Вот это да. Как он по нему прикладывает, это было невозможно. Эта вода выглядит как-то неестественно. Охотник! Конечно, неестественно вода выглядит, это же просто эффект диафический, например, слышишь, вода. Уберите его! Как словил. Нельзя таких ловить, нельзя. Зря словил, кстати говоря. Не стоило. Уберите этого его. Тоже не нужно было ловить. Да где же вы все? Шансы на победу сокращаются, если ловишь охотников. Думаю, ни для кого ничего нового не открыл. Чуть за пятку не схватил. Кажись, это охотник. Уклад скатился у него с головы вниз. Поищу предостаточно. Охотник! А вот теперь уже нет. На один выстрел хп остается. Нужно не заслить. Уберите его! Но нет. Это меня поддержит. Нет. Вниз в дыру. Ну это как-то явно не самая сильная. Мне надо прийти в себя. Не самая сильная сторона Андервуда. Не так он силен в замкнутых пространствах. Вот под мобов сейчас надо народ, нападать. Вы меня забыли! Ну сейчас! Уберите его! Не знаю, сенситивити, мне кажется, нужно прибавить немного на мышке. Бегай в туннеле от Хантера. Хорошо. Сейчас буду вселяться. Эй! Вселяться сейчас буду как духи в Шаман Кинге. Не удалось. Я не знаю, успеваете ли вы что-то увидеть? Здесь. Вот коварная вот эта вот сетка сверху, ненавижу ее. Вы вообще меня слышите? Здорово, Suicide Commander. Разводят мастерски. Здесь охотник. Еще большинство атак можно сразу предсказать, удачная она будет или нет. Уже поначалу, вот, по первой секунде буквально. Сейчас я не успел от ханта включить, извиняйте. Эй! Вниз в дыру! Ладно, больше не буду от конта включать.
Какие вы капризные. Что ж я такой вот прогибаюсь буквально под всех. Смотрите. Бить его! Ждет от Ханта первых шагов. Здесь охотник. Сейчас будем наблюдать за сливом Ханта. Приклад. За этот забор. Да зачем вам про фейскем в ДБД знать что-то? Да нет, это не ДБД, это Left 4 Dead. Это L4D сейчас. Я нажал ее. Меня кто-нибудь вообще слышит? Зараженным плевать на очереди. Можно отыграться. Охотник! Нам надо идти дальше по рельсам. Уклад. В голову. Хедшот. Народ, оставайтесь на рельсах. Хорошо, хоть здесь нет петли. Ты можешь забить на охотника и дальше теперь бежать. Да, все правильно сделал. Элис, твое желание исполнилось. Мы будем кататься. Да почему скучная игра? Совсем не скучная игра, че вы? Нормальная игра. Уберите его, уберите! Маленько получше. Вот сейчас охотник переиграл его во всех моментах. По всем параметрам. Охотник! Уберите его от меня! 10 поинтов осталось, чтобы вырваться вперед. 10. ХП хватает на то, чтобы еще одного охотника словить. Боюсь, что меня долго не хватит, друзья. Мне слишком хреново. А, поинт не считается, потому что на одном месте топчется, типа. Вон убежище. Хорошо. Вы вообще меня слышите? Это было почти на грани. Вырвал прям, выкусил зубами поинты. Определенно нужна помощь. Финси и Ракета завтра вроде играют, в субботу. Вообще меня слышите? Я забрал таблетку. Охотник! Бежим через автодром. Я не думал кого-то позвать на стрим. Я больше никого не буду звать на стрим. Я вот теперь буду стримить только с Фитзом, Гризом и Луной. Я больше ни с кем не буду стримить. Я решил. Уберите его от меня!
Он тоже как команда есть устоявшаяся. Нам больше ни с кем не буду стримить. Славный топор. Ни с кем другим. Я слышу охотника. Здесь охотник! Через это здание. Сколько будет грейда до часов, кстати говоря? Физ не хочет один на один комментировать, и Грис тоже не хочет. 4700 у Грейда. Осторожнее тут на крышах. Эй! А, кстати, кто там что хотел узнать про пейскем в ДБД у Мандера, спросите. Я нажал ее. А Луна говорил, что типа хочет комментировать один на один, но я его как не позову, он что-то все не хочу, занят. Но иногда я просто забываю его позвать. Он даже сейчас точно по нему попал, но не засчитались. Не засчитался урон. Приклад. Хорошо. Надо вот явно недоволен ситуацией. Сейчас же вторая игра будет, так что ничего, еще можно отыграться. Здесь впереди есть убежище. Это будет сложно повторить. Дойти в одного ханта. Я ничего ни у кого не ворую. Охотник! Хопа! Идем дальше, через автодром. Здесь охотник! Сливчанский. Меня кто-нибудь вообще слышит? Бить его! Не успел. Да там не слышно, не видно было охотника. Славный топор. Он машинально просто вправо повернулся прочекать, нет ли там кого. Там оказался охотник. Уберите его от меня! Все, проигрыш. Проигрыш этой карты. Проигрыш первого матча. В дверь скорее! Но все равно нужно как... с как можно более меньшим разрывом дойти. И будет еще вторая карта. Уберите его, уберите! На какое-то время этого хватит. Осторожнее тут на крышах. У Ника половина ладошки как будто грязная такая. Вот она. У нас серая такая, вот пальцы нормальные. Было так хреново, как сейчас. Здесь охотник!
Я нажал ее. Last hand. Его от меня! Все, next игра. Давайте next. Ужасный левин. Весь плей-офф будут играть. Мрачный карнавал и ужасный ливень. Мрачный карнавал и ужасный ливень. Это приход мне тоже нравится один на один. Этот тур один на один уже заканчивается. Это уже плей-офф. Не-не, тебя там в чате пытаются обмануть, это уже первый раунд плей-офф, это не первый раунд круговой стадии. АФК 3 минуты, господи. Сервер третьей стороны, one more step, please. Security check. I'm not a robot. Как я могу доказать, что я не робот? Я же не могу быть уверен в том, что я не робот, правильно? Может, я робот, который ни разу не видел настоящих людей? Может, все мы роботы, мы вообще не видели никогда настоящих людей? Может, их не существует? Как я могу доказать, что я не робот? Ну, допустим. Сковородка! Ой, я IP там свой спалил, бля. Это была ошибка. Дайте мне хоть шанс-то доказать, что я не робот, но... Может, я не робот. Я хочу быть человеком, я хочу стать человеком, я хочу чувствовать, я хочу... Нелегкий удел роботов. Роботов-стримеров. Меня кто-нибудь вообще слышит? А у меня раньше не было такой фигни, сейчас я каждый раз, когда захожу в Google, у меня требует доказать, что я не робот. Раньше нам роботам жилось гораздо легче, но в последнее время какая-то фигня началась с провайдером. Постоянно требует доказать, что я не робот. На каждом сайте. После этой игры будет еще игра Misery против UGHL, но я ее не буду стримить уже. Я возьму таблетки. Эй! Охотник! Ух, охотник пошел направо-налево, получил приклад и умер. Забегает в кафе, берет хороший дрон. Охотник! One shot. Не стреляйте в машину! Охотник! Какова ошибка, это будет стоить моей игры.
Бежим через спортивную площадку. Охотник это он убил, конечно. Здесь охотник. Завозите мобов. Ладно, они там все где-то сзади. Ничего не смогут сделать. Но нет смысла на них отвлекаться, сейчас их будет слишком много бежать. С бананового столба откуда-то спрыгнул. Ну, я думаю, вы сможете просто зайти на сервер, кто хочет, к Мизери и УГГХЛу, и посмотреть на серверы. Кому хочется, я думаю, они не будут сильно против. Здесь есть убежище! В ноль словленных хантов дошел деградит. Это было почти на грани. Таблетки. Всем внимание, рядом охотник. После этой игры вообще спать пойду. Поэтому не буду стримить. Потому что не получается взять с первого раза дров. Бить его! Но уже хуже, уже хуже, уже словил фонтар. Деградит ни одному не словил. Уберите его от меня! Уберите его от меня! На какое-то время этого хватит. Охотник! А, у ГГХЛ пишет, что не сможете вы посмотреть на серверы игру подспекать. Меня кто-нибудь вообще слышит? Уберите его! Да какой бы у вас там не был леер пинг, всегда надо стрелять по... модельки в любом случае. Что компенсация лагов, все дела. Не стреляйте в машину. Надо было просто предикты. Да-да. Ах, дьявол, сейчас ливанет как из ведра. Да не, я все равно спать пойду. Даже 200 рублей меня не переубедят. Я же не меркантильная сволочь.
Эти никогда лишними не будут. У меня сейчас будет 11 вечера уже. Они будут играть, получается, в час ночи. По моему времени. Ну что, стоим, кого ждем? Вперед, навстречу новым свершениям. Меня кто-нибудь вообще слышит? И нафиг сиськи. Охотник! Когда буду жать сотку на газ, покажу сиськи. Давайте сюда, скорее! Охотник! Уберите его! Хорошо, напрыгнул вначале в самом почти. Небо совсем черное. Хороший задел на победу. Хотя тут разрыв. Чё-то очень большой прям. Охотник! Невиданный разрыв просто. Эй! Уберите его от меня! Не, это не скит конфиг, это Хантерс. Всем внимание, рядом охотник. Здесь охотник. Здесь можно бить прикладом. Маленько получше. И то хорошо. Живи вверх по уступу. Да он его убьет сейчас, один хп осталось. Вы чё? Наводнение уже начинается. Качели просто. Как все меняется за секунду. На ивенте он 100% отъедет. Скорее всего даже не дойдет. На ивенте его мумы убьют в любом случае. Уже с одним хп ему просто 1000 хантов пойдет заславить до ивента. Быстро сюда. Пах это против правил, по-моему. Бить, а уж тем более стрелять. Я очень удивлюсь, если он переживет ивент. Это будет крайняя степень впечатления. Вот бензоколонка. Бежим через тростниковое. Зачем милишку выхватил? Пока он переключался между игрушками. Его убили. Ой. Что-то я в чат завтыкал. Здесь. Давайте сюда, скорее. Ничего критичного мы не пропустили. Здесь охотник.
Играется с ним охотник, играется, смотрите. Здесь охотник. Танцует. Охотник! Страшно. 10 хп. Вверх по уступу. Охотник. Эй! Так. Так. Так, 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 так. Я пытался нагнетать атмосферу. Пытался нагнести атмосферу. Опять ловит второй раз уже на миле хп. Охотник! Это я бы бесплатно застримил. Мне не нужны деньги за стрим. Я бы застримил и так, если бы не хотел спать. Эй! Здесь охотник! Уберите его, уберите! Уже лучше, но... На таблетках можно будет пережить ивент. Охотник! Я нажал ее! Они приближаются! Не, сори, парни, я и сам хочу застримить, но... Надо погрузиться в царство Морфея. Посмотреть трансляции снов. Меня кто-нибудь вообще... Уберите его! Схватил за жопу. Здесь охотник. Вот бензоколонка. Бежим через тростниковое поле. Вот лифт. Не выходите из лодки. Не выходите из лодки. Не выходите из лодки. He is dead. Даже практически не отыграл ничего. Если еще брать во внимание разрыв с первой карты. С первой кампании, точнее. Так, где взяли бензин? Все готовы? Таблетки. Эй! Я слышу охотника. Уберите его от меня!
ракету, смотря во сколько они будут играть. Чё там за... Чё за рофлы про ракету с самого начала турнира какие-то? Подняться на лифте обратно. Финала сегодня не будет, ты чё, чувак? Финалы недели через три будут. Здесь охотник. Финальная игра. Уберите его! Вы вообще меня слышите? Уже лучше, но пора найти нормальную аптечку. Охотник! Кого стримить на Библии? Пипец. Меня так сейчас сломаете морально. Я реально буду стримить в 3 часа ночи. Вы что, гоните, что ли? Раньше я мог себе позволить, типа, в 3 часа ночи стримить, но не теперь. Стримить в 4 часа ночи и потом еще какую-нибудь паузу отсиживать целый час. Помню, когда две жесткие прям игры были, там паузы были по часу. Кап какой-то был, который Left 4 Life отменил, там пауза в каком-то матче, полуфинале или что-то такое. Пауза, наверное, вот реально час длилась. Час сидели, втыкали вот, статичное изображение. Вы меня задонатите, чтобы я в Москву переехал и по московскому времени жил. Тогда я буду вообще без проблем все стримить. Вот за такой донат я буду стримить. За донат, который мне поможет в Москву переехать. Для улучшения качества стримов. Охотник! Был тут, кстати, в Москве не так давно, в ноябре. С грызом виделся. Ну, я не ради его, него приезжал, конечно, но... В рамках программы встретился с ним. Вживую. Ракету я застремлю бесплатно, если они не будут играть в 3 часа ночи. Там, бля, грыз оказался не такой жирный в реале, как я его себе представлял. Так, все взяли бензин. Все готовы? Здесь охотник. Эй! Нормальный такой парень. Я хз. Здесь охотник! Уберите его! Не, крыс меня не батлил. Вы чё, бля? Меня боится как огня.
вообще меня слышите? Мы можем подняться на лифте обратно. Охотник! Уберите его от меня! Ладно, хуй с вами, застримлю, наверное. Лучше, что вы там просите? Нормальную аптечку. Мизери угр Хэлла. Вообще, зрителей будет меньше 50, я вырубаю стримы и иду спать. Ну, эй! Что ж, друзья, на трансляции их игры. Мы можем перебраться тут. Охотник. Боюсь, что меня надолго не хватит, друзья. Мне слишком хреново. Охотник. Вот что я реально не ожидал, так это то, что Грыза Борода будет. Я сначала думал, чеченец какой-то. Счет такой, что Degraded выигрывает уже при любых раскладах. Я забрал таблетки. Вы слушали охотника? В убеге. Заел. Эй! Не стреляйте в машину. Взял нормально дроп проху, взял. Сейчас нужно повторять ритуал, УЗИ взял. Я помню этот фонарь. Охотник. Гаражи, мы идем правильно. Бузай. Если кому-то не терпится задонатьте мне 175 рублей, чтобы я мог DLC купить в ДБД следующее, когда оно выйдет. Я только, кстати, ничего не говорил пока еще, так что. Уберите его от меня!
Ловит и ловит хантов без остановки. Просто вы посмотрите только на это. Вон убежище. И буду истребить ДБД. Охотник впереди. Иди. Ну, хотя бы не сдохли. Так. Эй! Беру драйвер. Какой еще драйвер для видеокарты, что ли? Уберите его от меня! Но во время игры у Hell и Misery я буду максимально хотеть спать, поэтому... Я хз, я, наверное, вообще буду молчать просто. Так, Underwood с первого раза получил взять правильную дробь. Молодец! Не стреляйте в машину! Эй! Гаражи, мы идем правильно! Все там работает у меня в донатах, чего вы мне вроде? Так, сейчас я сам открою. Уберите его от меня! Да хотя ладно, мне слишком лень. Не работает, так не работает. Что поделать? Не работает, значит, это останусь без доната, что ли? Совсем без хп, без таблеток, но дойдет, все-таки дойдет. Вы вообще меня слышите? Даже если слобит сейчас. Вон убежище! То если прям сейчас слобит. А, не хватило хп. Лоль. Побеждает Degraded и продвигается в раунд номер 2. Вот так. В общем, через 2 часа на том же месте стрим по заказам. Давайте, пока.